Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать на основе своего опыта, как нужно покупать семена моркови для посева в грядку. Во-первых, нужно всегда учитывать то, какая у вас земля в огороде. Вот у меня, посмотрите, земля глинистая, но тем не менее морковь вырастает хорошая. Посмотрите, какая она большая, и растет морковь у меня из-за того, что я подбираю правильный сорт. В основном урожай моркови мне дает морковь Канада. Этот сорт моркови специально выведен селекционерами для посева в глинистой почве. Когда мы до переезда сюда, в этот город, жили на другом берегу Волги, там была почва песчаная. И в супесчаной, в песчаной почве хорошо растет, например, такая морковь, как нанская, сластена. А здесь, чтобы вырастить в глинистой почве, мне морковь нанскую, мне приходится, я примерно где-то метра полтора грядки сажаю, допустим, нанской, или похожий на нее сорт моркови выбираю, если на пакетике с семенами написано, что предназначено для выращивания на супесчаных почвах, то я в эту часть грядки дополнительно вношу побольше песка, перегноя, делаю ее более рыхлой. Вот поэтому, чтобы вырастить хорошую морковь, у меня и сейчас еще в марте месяце, наверное, мешок моркови хранится. Морковь можно вырастить даже на такой тяжелой глинистой почве, как у меня здесь. Главное подобрать правильный сорт.